Привет, ребята, сегодня мы сделаем вот такую вот штучку, только маленькую. Сейчас покажу, что для нее понадобится. Для нее понадобится... Можно, кстати, сделать листа 4. Но я возьму листик вот такой. Кстати, кто не знает, у меня есть YouTube Shop, там недавно было такое видео. Как же я тут такие наклеить. Сейчас я вырву листочек. Ведь готово. Берем и складываем его гармошкой. То есть вот так вот. А пока складываем. Кстати, я еще показываю, как здесь такого цыпленка в своем шорте. Посмотрите обязательно мой шорт. Там очень интересный контент. Там очень интересный контент есть. Поэтому, да. Сейчас я поставлю камеру, а то у меня сейчас будет тогда сбой просто. Потому что одной рукой делать-то очень неудобно. Вот. Все. Да. Штатив просто едет по заказу. Все, вот. Сейчас гармошку складываем. Если неудобно. Ну, я думаю, многие знают, как это гармошкой. Это будет всего лишь мое второе видео именно на YouTube. Вы у меня упали. В YouTube Shorts у меня уже много видео. У меня руки грязные, извините. Должна получиться такая гармошка. Вот. Затем мы эту гармошку... Сейчас покажу. Ну, кто хочет, может сделать даже с глазками. Ах, ребята, ну что ж делать? Вы у меня падаете. Время. Где мой штатив? Дайте, пожалуйста. Складываем по полям. Пополам. Кстати, нам понадобится еще вот такой клей. Не обязательно такой, но главное, чтобы он был карандаш. Потому что если мы будем клеить ПВА, например, или канцелярским, то все у нас перепутается и спутается. А пока вы смотрели на клей, я уже согнула пополам нашу гармошку. То есть надо сделать вот так. И в этом месте вот так мы ее тут склеиваем. Открываем клей. Готово. Где вот она у нас? Да. Готово. Маюкаем, клея не жалеем, вот так вот ложим и сгинаем. Да что ж так неровно. Все, сейчас подождите. Пока можете свою склеить, кстати. Готово. Вот, готово. У меня будет беленькая. Ну, можно сделать и разноцветные бумаги. И нам понадобится еще один листочек такого же самого размера. Берем. Ну, вот, даже еще один листочек. Сейчас отломим. Отпустим. На место. Он нам, кстати, еще понадобится. Мы сейчас будем делать привидение. И складываем такой же самой гармошечкой. И складываем его гармошкой. У меня листочки в клеточку, не обращайте внимания. Потому что с другой стороны у него они обычные белые.
Я веду канал про уточек, поэтому вы можете в моем шорте. Я вам еще раз напомню про него. Извините, просто очень хочется, чтобы вы туда перешли. Там очень много всякого развлекающего контента. Поэтому хочу, чтобы вы туда зашли. Там очень много контента всегда. А уже пока я с вами говорила, гармошку сложила. Кто тоже сложил, уже поставим лайк. Ставим лайки. Сгинаем тоже ее пополам. И мы ее сгинаем тоже пополам. Вы сделаете ровно, просто я одной рукой это все делаю, а второй рукой держу телефон. Поэтому мне неудобно. Каждая ваша подписка, это же в стиле вашего удобства. Давайте, если вы подпишетесь, то я вам покажу, как сделать, сквиш самодельный. И покажу, как сделать. И расскажу тогда вам секрет про подписку. А вы сейчас подпишитесь, давайте. Давайте сейчас я вас на секундочку положу. Давайте подпишитесь. Давайте каждая ваша подписочка, это кирпичик в наш дом. Открываем клей. Пимс. Открываем. Тоже опять залепливаем. Такой, кстати, подарок можно будет сделать розового цвета. Подарить на 8 марта. Или сделать в стиле Украины. Там. И в стиле флажка какого-нибудь. Не знаю, любого можно использовать. И сгинаем. Ой, липко. Спасите. Ребята, спасите. Все липкое. Когда уже вот таким клеем все липкое, то ПВА уже не тут безрассильно. Вот смотрите, как все склеила. Сейчас я за кадром это все сделаю. Нужно просто сейчас это все как-то так разъеднать. А, еще и неровно приклеивать. Фух, я все расклеила. И берем теперь наши две частиночки и приклеиваем вот так вот. Все получилось одна. Приклеиваем. Приклеиваем. Готово. И теперь сейчас покажу. Подождите. Извините, что я все время ложу, ребята. Просто на самом деле попробуйте вот видео снять. Это очень тяжело. Снимать и одновременно делать какую-то подделку одной рукой. Вот кто думает сейчас, что это легко, пусть сейчас сам снимет на 6 минут, даже уже на 9 видео. И вот мы давайте вместе поделимся в комментариях, посмотрим. Просто смотрите, ребята, из-за того, что я сделала это все одной рукой, получилось так помято. На самом деле, оно получится вот так вот. Вот тут мы тоже склеиваем. Вот так вот. Это мы, вот так оно сейчас выглядит, как пицца. И вот так склеиваем. А насчет приведения я, наверное, просто это очень легко делал. Ну все, теперь мы сможем его приклеивать. Например, вот вместе к моему кутеночку приклеить. Теперь можете его там украшать, прилеплять и все делать. Всем пока-пока!